Здорово. Пришло время записать Тора, наверное. Может, и не пришло, посмотрим. You have my axe. Тихо, ты чё, бля? Лагает что-то. Всё. Блять, вулкан. Заебёт. Так, ну чё, будем пытаться как-нибудь. Так, чё мы по реликвиям, наверное, вот так вот возьмём. Боевая музыка, настрой. Блин, так-то бесит турель. Ой-ой-ой. Блять, прикинь. Щиток. Вообще жесть какая-то. Что делать-то с ним? Бля, у него баночка, у него там чуть-чуть вампиризма есть. Ай, не успел стан кинуть. Ну, как-то так. Чё уж теперь. Будем через гидру. Чё-то я не хочу стакаться. Базу. Бежим. Блин, надо же, как его щиток жестко сейвил. Прям люто. Повезло мужику. На крополях, блин. Лично краешком, сука, зацепляет у турок. Бля, там же был второй. Вроде нет. Ага.
Ну, жестко будет, вообще пиздец, как жестко. Есть гидра. Your middle tower is under attack. Ой, что-то я не попал по нему. Нихуя. Ну норм, норм. Пока норм. Отлично. Отличненько. Убил. Красненький появился, вообще замечательность. На базу за ботинком. Это что, в кого там башня стрельнула так-то? Блять, здорово, чувак. Я даже не ожидал тебя тут увидеть. Пиздец, хуй. У меня лампочки перегорают. Блять. My mighty ass. Ух ты, как жестко. Жестко. Блять, маны вообще нету нахуй. Гидра, давай работай как следует уже. Ботик готов. Так. Магическую. Блять, нет. Вот эту. Дымится нормально, все лампочки перегорают. Да, блять, гирлянду, короче, который 7 лет уже решил восстановить. Там пару резисторов пришлось убрать, короче, и пиздец. И даже наруч не помог. Ну, блять, он везет ему, сука, с этим щитком. Почему-то тут прям жестко. Так, и мне нужно, может, убраточку взять. Там посерьезнее будет. Блять, красный проебал. Отсюда не долечу до него. Поэтому нет смысла ультить. Under attack.
Ну, заебись, уже хотя бы с двух ударов ее начал ломать. Свой синий забрал. Блять, почему-то перефарм 2-2. А, ну ФБ, в принципе, да. Заебись, кстати, вообще. Ништяк, чё, под башней, похуй, залетаю. На нахуй. Заебись, охуеть, бля. Первая катка победная на Торе, бля. В дуэли хуй. Причём против вулкана он так-то, блядь, вообще дрянь. Но пизда-то, что третий скилл, он не подкидывается, короче, когда я кручусь. То есть бомбёха вообще у него не в тему залетает. А так вот, заебись.